Вынесен приговор по резонансному делу в отношении группы лиц, которые были причастны к убийству депутата рождественского поселения Приволжского района Александра Аристархова. Некий предприниматель Торопов был должен гражданской супруге депутата более 77 миллионов рублей. Аристархов был в курсе такой крупной задолженности. В мае 2013 года у должника появилась коварная идея – убить супружескую чету и тем самым забыть о долге. Злоумышленник подыскал исполнителей для своего замысла, пообещав материальное вознаграждение. 31 мая 2013 года на автодороге А113 Владимир-Ярославль двое обвиняемых Блохин и Пронин расстреляли иномарку, в которой ехал депутат и его супруга. От полученных ранений, несмотря на оказанную помощь, Аристархов скончался в больнице. В женщину злоумышленники сначала не попали, а потом и вовсе не смогли выстрелить в упор. В итоге исполнители получили 20 и 13 лет колонии строгого режима, плюс по 2 года ограничения свободы каждого. Заказчик, он же на языке суда подстрекатель, также осужден на длительный срок. Путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно, по совокупности преступлений, назначить Торопову Сергею Николаевичу наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет, без штрафа, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием исправительной колонии строгого режима.